Детские лагеря смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщает обладминистрация. Правда, начать работу смогут не все учреждения, а лишь 248 лагерей, из которых 5 загородных, 236 лагерей с дневным пребыванием и 7 лагерей труда и отдыха. Как отмечает Белый дом, для организации летнего отдыха в региональном бюджете предусмотрено более 500 миллионов рублей. Кроме того, из-за ужесточения требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусом дополнительно на подготовку 21 муниципальной загородной оздоровительной организации к началу летнего периода предусмотрен 21 миллион рублей. На особом контроле у областных властей и организации отдыха детей, находящихся в социально опасном положении. В регионе проживают около 5000 таких ребят. А за бесплатными путевками обратилось чуть более 3000 человек. По результатам мониторинга готовности лагерей к приему детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в настоящее время 3 района готовы исполнять договорные обязательства с сокращением объемов на 50%. Александровские лагеря «Рекорд» и «Солнечный», Меленковский, «Солнечная поляна», Юрьев-Польский, «Лесная сказка». В период с июля по август 2020 года, по предварительным данным, возможна организация 50 реабилитационных групп с охватом 530 несовершеннолетних. Из них 378 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 152 – дети-инвалиды при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке.